Девчоночки, всем привет! Сегодня я хочу показать две своих новиночки от магазина Born Pretty. Это магазинчик, который находится на площадке AliExpress. У меня всего лишь две вот такие небольшие покупки, но покупки просто шикарные, поэтому я решила снять отдельное видео и вам их показать. Начну я, пожалуй, вот с этой красоты. Это масло для кутикулы Born Pretty кокос. Здесь 2 миллилитра и вылезать не хочет масло. Смотрите, какой футлярчик, какое качество. Вам видно, надеюсь, сейчас, что масло, еще сам карандашик находится дополнительно в пленочке. Эту пленочку нужно будет снять. Сейчас мы с вами ее снимем и проверим, что там внутри. Смотрите, какая красота. Упаковка, конечно, просто на высоте. Молодцы. Большие молодцы. Теперь надо как-то еще вот эту штучку снять. Что-то не хочет пленочка. Так. Да что же это такое? Ну, никак не хочет. Возьму нож-скальпель. Этот мне всегда помогает. Лезвие острое, тоненькое. Да. Захочешь быстро снять и не снимешь. Это уже упаковали, так упаковали. Да что же это такое? Все, поборола упаковку. Значит, вот такой вот карандаш. Металлический корпус. Теперь нужно разобраться, девочки, как им пользоваться, потому как я не знаю. Так, это верх, по-моему. Отвинчивается он или снимается? Так, снимается. Вот она, наша красота. Здесь колпачок. Девочки, запах просто обалденный. Я так понимаю, что сам карандашик просто вставлен сюда, в этот металлический корпус. Но, конечно, я повелась на упаковочку. И упаковка просто класс. Шикарный запах кокоса. Буду обязательно пользоваться. Давайте сейчас попробуем. Покрутим. Что у нас получится? Так, пока еще... Результат. Так, вот, смотрите, прям сразу синее масло. Ой, я много открутила. Смотрите, какая красота. Ой, я обалдею просто от этого запаха. Масло, конечно, огонь. Много я крутанула. Придется его распределить. Буду с удовольствием пользоваться. Девчонки, ссылку оставлю в описании под видео на этот карандашик. Пользуйтесь, если вам понравилось. Приобретайте. Так. Второй товар в этой посылочке — это вот такие вот шикарные стразы. Что у нас здесь написано, непонятно. Не знаю, сколько, какое количество. В матовом вот таком вот пакетике. Сейчас я их высыплю. И мы с вами будем лицезреть всю красоту. Здесь стразы разных размеров. Это опалы. Ой, убегают, убегают. Просто обалденные, девчонки. Такой перелив. Ой, какая красота. У меня, кстати, еще опалов не было. Это заказала я в первый раз их. Почему-то я все время на них посматривала, но проходила стороной как-то. Заказывала обычные стразики, всякие разные, цветные, блестящие. А вот опалы не заказывала.
Смотрите, здесь несколько размеров. Если на первый взгляд, если я не ошибаюсь, то 3 или 4 размера стразик. Есть совсем большие, есть маленькие. Смотрите, какая красота. Необыкновенно просто. Просто классно. Сейчас мы вместе с вами их... Я нанесу на типсу, давайте, белый лак, гель-лак. И мы сюда их уложим, распределим, не знаю как, нанесем, приклеим. Посмотрим, как они будут смотреться на типсике. Очень плотный лачок, мне нравится. Это, кстати, гель-лак Blue Sky. Ссылочку, если вам понадобится, я тоже оставлю в описании под видео. Я отправляю типс в лампу. Когда лампа сделает свое дело, я вернусь к вам. Так, типс наша готова. Теперь я буду сажать стразы на каучуковый топ от Miss. Я поэкспериментирую сейчас. Он довольно густенький. Я стразы в основном сажаю на базу. Такую же каучуковую, густую от Miss. Но сегодня в целях эксперимента хочу попробовать, хорошо ли будет держаться. Будут держаться стразики. Так, ну давайте попробуем нашу красоту на типсе. Ой, какая прелесть вообще. Какой нереальный блеск. Обалденно просто. Так, так, так. Да, здесь побольше. Я сейчас уже теперь вижу, что не 3-4 размера страз. Здесь побольше. Сейчас я вот так вот их... Так, что же это такое? Карандаш не хочет отдавать. И есть вот эти, и еще совсем маленький вот такой вот. Я не знаю, честно говоря, девчонки, как они разделяются, какие размеры. Ну, вот так на глаз определить не могу. Смотрите, какая красота получается. Просто обалденно. Смотрите, какая прелесть. Я сюда еще одну стразинку посажу повыше и отправлю в лампу. Сейчас попробуем на темном фоне. Возьмем вот такой вот шикарный оттеночек. Это оттеночек 128 от Blue Sky. И на него тоже. Я, как видите, сразу покрываю всю поверхность типс топом и сразу буду сажать на тот участок, который мне нравится, сами стразики. Так, начнем с большой, потом поменьше. Так, я думаю, что это, наверное, один и тот же размер. Ну ладно, давайте ее сюда посадим, эту красотулечку. Так, и найдем самую малюсечку, самую маленькую. Самую маленькую. Так, это не самая маленькая. Вот она. Вот, смотрите, какая красота. Просто обалденно. Все, следующий дизайн ногтей я обязательно сделаю с этими стразиками. Сюда, кстати, можно добавить бульоночки. Сейчас я серебристого цвета тоже добавлю несколько штучек.
Вот в таком порядочке. Со стразами просто немыслимое количество. Можно придумать вариантов дизайнов. Это зависит только от вашей фантазии. То, что вы хотите увидеть в итоге. Здесь уж только ваша фантазия работает. В следующем видео я обязательно сниму отдельное про то, как заполнять стразами весь ноготочек, так называемый царь-ноготь. Но теперь уже я знаю, что в интернете много таких видео, но пусть будет и в моем исполнении. Это красота. Я очень люблю стразы. Вы уже, наверное, заметили, что я очень часто использую стразы в дизайнах. В том числе и сейчас у меня на ноготках вот такая огромная стразина. Но опалы, конечно, просто на высоте. Очень хорошо топ держит. По крайней мере, сейчас у меня ничего не уплывает. Я только немножечко поправлю. Даже бульоночки круглые, и те никуда не убегают. Смотрите, какая красота. Просто нереально красиво, девочки. Я отправляю в лампу. Вот наша беленькая. Ой, вообще классно. Белым, конечно, девчонки, не передать словами. Как шикарно все это. Смотрите. Очень красиво. Ссылочки на стразы, на карандашик, масло я оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите. Если вам нравится, заказывайте. Расскажите мне, пользуетесь ли вы такими стразиками. Нравятся ли они вам? Ставим пальчик вверх этому видео. Подписываемся на мой канал, те, кто еще не подписан. Я вам желаю всего доброго. Пока-пока.